Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как я готовлю наше любимое творожное печенье. Рецепт легкий из самых обычных продуктов, которые всегда есть под рукой. В миску кладу размягченное сливочное масло, сахар, щепотку соли и творог. Все перемешиваю до однородности. Частями ввожу просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваю гладкое однородное тесто. Вот такое тесто должно получиться. Кладу его в пакет и убираю в холодильник на 15 минут. После охлаждения тесто достаю и делю на две равные части. Каждую часть поочередно раскатываю до толщины 2-3 мм. Для нарезки можно использовать специальный ролик для теста или нож для пиццы. Намечаю рукой прямоугольник и нарезаю тесто на полоски равной высоты и ширины. Каждую полоску посыпаю корицей и сахаром. Скатываю в рулетик. Выкладываю печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправляю в разогретую до 180 градусов в духовку на 30 минут. Наше вкуснейшее печенье уже готово. Творожное печенье по этому рецепту получается очень мягким, вкусным, ароматным, а готовится очень просто и быстро. Очень надеюсь, что и вам понравится это печенье. Всего вам самого доброго и до новых встреч!